Я благодарю вас за то, что вы приехали к нам. Для нас это очень важно. Из вашей речи я еще больше вас узнал. У меня кардинально улучшилось мнение в отношении тех людей, которые жили, были в некогда очень сильной стране, и которой мы завидовали, у которой мы учились. Югославия была очень продвинутой страной, поэтому, наверное, она и не была угодна некоторым сильным мира того. Это мое твердое убеждение. И вот я сегодня, слушая ваше выступление, я не мог уйти от этой мысли. Все-таки крепкие были люди, которых сегодня не хватает в Европе. Спасибо.